В жизни всегда есть место подвигу. Наш следующий сюжет о хрупкой девушке, которая совершила настоящий поступок. Медсестра из Казбековского района спасла жизнь отцу семерых детей. При этом рисковала своей жизнью. Ее смелость и самоотверженность покорили всех, кто узнал о подвиге девушки. Патимат Бурзиева расскажет все подробности того дня. Измерить давление или сделать внутривенный укол. В приемном отделении с большой теплотой сельчан встречает старшая медсестра Равшана Имеева. В день она принимает до 40 человек. Я очень люблю работать в приемном отделении. Я всегда здесь вижу травмы разные, ставлю гипсы, раны бывают разные. Простая медсестра не раз приходила на помощь своим пациентам. На ее счету уже десятки спасенных жизней. У меня заболел старший сын, у него неврологическое заболевание было, и она оказала ему помощь, когда он уже чуть ли концы не сдал. С тех пор я только ей доверяю, как медику. Она человек, который первый встречает больных при входе в больницу, поэтому она готова всегда оказать первую врачебную медицинскую помощь. В доме Магомедгазиевых Равшан не просто гость, а самый близкий и родной человек. В октябре прошлого года медсестра спасла главу семьи Абдулгапура. Мужчина работал на бульдозере и не заметил, как оказался у обрыва. Машина перевернулась 4 раза, а сам водитель оказался придавленным в кабине. По тракту, как чувствовал, там плохо. Рука и голова тоже была вот так прижатая. Потом еще сильнее придавила она. И слышим будто и трески. Приехав на место, Равшан добралась до окровавленного, теряющего сознание Абдулгапура через покореженное окно бульдозера. Машина в любой момент могла перевернуться. Девушку это не испугало. Она смогла оказать пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь. Почти что этот трактор пропасти стоял, и там внутри весь в крови он был. Вот весь в крови, измученный уже, он вот еле даже дышал вот так. Я сразу как бы обезболила его, давление подняла ему. Благодаря храбрости, отзывчивости и профессионализму простой медсестре удалось спасти жизнь отцу 7 детей. Там многие мужчины говорили, местные были бы, говорят, мы даже не вытерпели, такой, смотри, даже... Увидеть такое страшно, не то, что там водиться с другими, не стали, наверное. Я так думаю. Этот случай вызвал большой отклик в социальных сетях. Дагестанцы высоко оценили героический поступок простой медсестры из Дылыма. Однако в своем поступке Равшан ничего героического не видит. Она попросту выполняла свой долг. Я не считаю, что я что-то такое там совершила. Это моя работа. Я должна была ему оказать первую помощь любым путем. Равшан, несмотря на внимание к ней со стороны окружающих, продолжает заниматься любимым делом – принимать и лечить людей. И если будет нужно, она снова придет на помощь, какой бы трудной ни была ситуация. Патимат Бурзиева, Ибрагим Магомедов, Время новостей, Казбековский район.